Приветствую вас на своем канале «Готовим просто, вкусно, быстро». Лето. Хочется побольше овощей и фруктов. Вот и у меня сегодня самый простой салат из помидоров. Спасибо всем, кто делится моими рецептами в соцсетях. Давайте готовить. Ингредиенты указаны под видео, но количество может быть любым. У меня на канале есть еще рецепты салатов на каждый день. Ссылка под видео. Нарезаю помидоры крупными дольками. Выкладываю их в салатник. Беру несколько перышек зеленого лука и мелко его шинкую. Количество может быть любым. Все зависит от ваших предпочтений. Можно вообще положить репчатый лук. Отправляю его к помидорам. Режу укроп. Его не нужно много. Так для аромата. Добавляю салат. Все, салат готов. Теперь буду делать заправку. Грецкие орехи мелко рублю. Добавляю их к помидорам. Заправку можно приготовить отдельно, но я кладу все сразу в салат. Солю. Добавляю свежемолотый черный перец, мелко рубленый чеснок, чайную ложку яблочного уксуса. Можно заменить его лимонным соком. Заправляю все растительным маслом. Салат хорошо перемешиваю, закрываю пленкой и убираю в холодильник настояться. Хотя бы минут 15. Так он будет намного вкуснее. Но если не стерпешь, то можно есть сразу. Помидоры промариновались, выкладываю их на тарелку. Все, можно подавать на стол. Отличная закуска для пикника и гарнир к мясу или рыбе. А юшечку хорошо промокнуть домашним хлебцем. Вкуснятина. Если вам интересно, как я пеку домашний хлеб, то напишите, стоит ли снимать об этом видео. Вот такой нехитрый салат мы с вами приготовили. Надеюсь, вам понравился рецепт. А вы делаете такой салат? Думаю, у каждого есть свои маленькие секретики. Поделитесь в комментариях. Спасибо, что смотрите меня. Всего доброго. До свидания.